Сегодня готовим куриные окорочка в подливе. Добавим черный молотый перец, соль и специи для курицы. Пусть постоят окорочка минут 20. Потом будем их обжаривать на растительном масле. Обжариваем окорочка на растительном масле с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Пока окорочка обжариваются, мелко нарезаем лук и морковь. Окорочка обжарились, теперь они золотистого цвета. Добавляем лук и морковь. Уменьшаем огонь, накрываем крышкой и пусть тушатся минут 5. Добавляем воду в окорочка, чтобы вода их немного покрывала. Накрываем крышечкой и пусть тушатся полчаса. Так, наши окорочка тушатся. Смотрите. Для вкуса я добавляю немного сливочного масла, но это по желанию. Перемешиваем. Добавляем соль в подливу, а также ваши любимые приправы. Я добавила смесь перца. Еще минут 5, и наши окорочка будут готовы. Получаются очень вкусные, домашние. Такой вкус по-домашнему ароматный, насыщенный. Таким окорочкам еще можно отварить вермишельку. Я отварила мелкую вермишельку. Ну а так любой гарнир подойдет. То ли это будет какая-нибудь кашка, гречка, пшеничная, рис, то есть любую крупу можно использовать. То ли это будет пюре картофельное. Ну вот у меня сегодня вермишелька. Всем хочу пожелать приятного аппетита, чтобы ваша семья была всегда сытая, довольная. Радости вам, счастья, всего-всего самого наилучшего, что может быть в жизни. Всем пока-пока!